Вас, красавчики, приветствую. Давайте в очередной раз подведем констатацию факта. Смотри, свет. Мало для малышечки. Для 15 растений все же этот конкретно свет очень маловат. Нужно измерить бы его люкс фар по PPFD, сколько вот сюда вот конкретно дает он света. Но судя по всему по растишкам, насколько я знаю, что вот этот вот салатик, он любвеобильный сейчас в данный момент, он просто вот пытается выживать, ты посмотри. Что-то типа помидорка пытается расти, живет, развивается, но очень-очень медленно. Конечно же, источник света был бы самый лучший, это солнце. Лучше солнца ничего нету, ну или донат. Донат солнцу брат, да? Короче, расположение таких вот ламп что-то не особо дает мне хороший эффект, которого я ожидал. Да, растет, да, есть, но очень медленно. Я хочу, чтобы она росла гораздо быстрее. Кстати, как она, как росли растишечки на вертикальной системке 15, просто можешь зайти посмотреть у меня на канальчике, когда они выращивались в тепличных условиях. Там просто были феноменальные результаты. Ну, так что, красавчики, при лучших условиях создания вы получите, конечно же, самый вкусный, лучший урожай. Чтобы знать больше, подпишись на канал. Time to go, bro.